Когда полицейские не в форме, а в костюме, стражи порядка из Бердска поздравили ребят с наступающими новогодними праздниками, а также напомнили о правилах безопасности. Надежда Волгина расскажет подробнее. Здравствуйте, здравствуйте, с наступающим Новым годом вас! В роли сказочных персонажей сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы Александр Рахманов и Елена Горбатько. В канун Нового года этот дуэт дарит сказку воспитанникам подшефных учреждений и детям, чьи семьи находятся в зоне риска. Не остаются в стороне и ребята, чьи мамы и папы служат в полиции. Ежегодно отделом МВД России по городу Бердску участвуют в акции «Полицейский Дед Мороз». Вчера мы поздравляли детей, сотрудников нашего отдела. Сегодня мы поздравляем детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Хотим поздравить полицейский Дед Мороз, Снегурочка, города Бердска, всех с наступающим Новым годом. Пожелать всем здоровья, успехов в наступающем году. Ребята рассказывают зимнему волшебнику и его внучке стихи, поют песни, отгадывают загадки, получают в подарок игрушки и сладости. Я несу мешок большой. Новый год идет за мной, а в мешке даю весь мир, счастье поделю на всех. Мне было очень приятно получить подарки от Деда Мороза. Стражи порядка желают ребятам здоровья и успехов в наступающем году. А чтобы зимние каникулы были наполнены только приятными событиями, напоминают о правилах безопасности и о ответственности за противоправные действия. Акция «Полицейский Дед Мороз» продлится до 10 января. А это значит, что к маленьким жителям Бердска сказка еще постучится в дверь. Надежда Волгина, Алексей Зубило, ОТС Бердск.